Запомните, джентльмены, эту страну погубит коррупция. Так себе охранник гособъектов культурного наследия. Чиновник Минкультуры Павел Масалов позарился на бюджетные деньги и был взят под стражу. 17 сентября стало известно о попытке хищения государственных средств в размере свыше 20 миллионов рублей экс-заместителем директора департамента. Речь идет о финансах, выделенных на реконструкцию Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря. Так может, он просто устал охранять такую махину, надорвался да и заснул на посту? Тут не мужчина, кто в армии не был, кто не отведал солдатского хлеба. Но по сведениям из проверенных источников, Масалов был задержан на основании одного из следственных эпизодов прошлогоднего дела о хищении в особо крупных размерах, ключевой фигурой которого был коллега обвиняемого, замминистра культуры Григорий Перумов. В ходе расследования были обнаружены и другие фигуранты, несостоявшиеся расхитители монастырского финансирования, гендиректора Сергей Семяков и Татьяна Макдеева. Интересно, что именно фирма Макдеевой в свое время выиграла тендер на проведение ремонтных работ в обители монахов Архангельского края. Вполне возможно, что заказчик немного поиздержался. Со мной такой пристранный случай, я в дороге совершенно издержался. Нет ли денег взаймы? Рублей 400. Есть. Пока участников сговора ожидает пребывание в СИЗО до 12 ноября. А учитывая безупречную репутацию Масалова, его содействие следствию, многочисленные благодарности и положительные характеристики, адвокат, бывшего, надеемся, чиновника, может добиться в дальнейшем для своего подзащитного минимального наказания – домашнего ареста. Так получается, украл, сидя дома? Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know.